Добрый день, уважаемые зрители. Московское время 16 часов. Мы начинаем нашу трансляцию «Среднесрочный анализ валютных курсов». С вами, как всегда, в это время Эдуард Сунгатуллин, и я жду вашей реакции. Пожалуйста, отреагируйте. Если какие-то проблемы с трансляцией, пожалуйста, напишите, что нет звука или изображения. Если же все хорошо, то поставьте, пожалуйста, плюс. Это будет означать, что у нас с вами хорошая обратная связь, и в этом случае мы начнем наш обзор. Ну, а пока, как всегда, по пятницам, я нас с вами в очередной раз поздравляю. Сегодня пятница. Итак, я жду ваших реакций. Жду, когда вы отреагируете. Традиционно небольшая задержка у нас с вами в общении происходит. Но я думаю, что мы с вами спокойно, мудро переждем эту задержку. Как только будут ваши сообщения о том, что все хорошо, мы обзор начнем. Пока что я делаю все-таки паузу небольшую и жду, когда вы отреагируете. Вот, вижу, что все хорошо, поэтому давайте начнем с просмотра макроэкономической статистики. Итак, вчера, после того, как мы с вами расстались, было выступление представителя Федеральной резервной системы, главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, затем выступал Эванс, Лайл Брейнард. Ну и вот, в частности, давайте остановимся на том, что говорила глава Федеральной резервной системы. Итак, госпожа Йеллен сообщила, что ФРС сфокусировано на возвращении инфляции к целевому уровню в 2%. На этом был сделан акцент в ее выступлении. Но вот позже мы с вами увидим, что, к сожалению, не все так хорошо обстоит, как она предполагала, и действительность оказывается немножко иной. Так, она заявила, что улучшение ситуации на рынке труда и рост цен на импортные товары указывает на временный характер замедления инфляции в США. Это вот ее мнение вчера. Ну и сегодня данные говорят, что это не совсем так. Но нужно сказать, что еще Йеллен отметила наличие неопределенности в отношении трехмесячного замедления инфляции. Вполне вероятно, наличие некоторых скрытых тенденций инфляции тоже существует, и мы очень внимательно наблюдаем за темпами роста цен, сказала она. Я думаю, слишком рано говорить о том, что инфляция и дальше будет не дотягивать до 2%. У меня не возникло такого впечатления. Но вот будущее покажет, насколько она оказалась права. Вчера никакого движения на ее выступлении не было, поскольку это были только предположения, ее выступления перед Сенатом, банковским комитетом Сената. Вот, теперь давайте посмотрим, что у нас там было с тем, что говорили другие участники Федеральной резервной системы, Чарльз Эванс и Лайл Брейнард. Ну, а еще нужно отметить, что вчера вышли данные, что дефицит бюджета США в июне составил 90 миллиардов долларов. Это было по сообщению Министерства финансов. Итак, смотрим, что у нас по выступлению Эванса. Так, я прямо буквально в режиме онлайн это делаю, поскольку до этого был занят достаточно важной задачей, которая передо мной поставлена была. Так, ну я думаю, мы быстро сейчас с вами посмотрим. Вот пока что не вижу. Есть кое-что, ждут свидетельства укрепления инфляции. Давайте-ка посмотрим, что вот здесь у нас это было. 7, да. Вот, президент Роберт Капланд Федерального банка Далласа сказал, что прежде чем повышать процентные ставки в очередной раз, он хотел бы убедиться в восстановлении инфляции. Ну и вот он оказался прав, что убедиться, конечно же, в этом стоит. И мы с вами свидетелями чуть позже будем того, что данные по инфляции оказались не очень хорошие. Сейчас, когда диапазон ключевых ставок составляет 100-125 базисных пунктов, я хотел бы увидеть более существенное свидетельство того, что мы движемся в достижении целевого уровня в инфляции в 2%. В среднесрочной перспективе, сказал Каплан.
Так, в этом он солидарен с управляющей ФРС Лайл Брейнард, который также высказал опасения по поводу дальнейшего повышения ставок. Президент Резервного банка Миннесоты Нил Кашкари выступал против повышения ставок в июне. И Каплан сказал, что сокращение баланса ФРС, видимо, будет уместным позднее в этом году. Ну, опасения есть, они были высказаны. Принципиально нового мы с вами ничего не увидели, но нужно сказать, что определенная тенденция теперь уже намечается, тем более после того, когда мы с вами знаем, что вот сейчас вышли данные по инфляции, позже мы это посмотрим, да, вот вся интрига, скорее всего, будет вокруг этого в будущем вращаться. Так, далее что у нас с вами? Сегодня рано утром вышли данные по промпроизводству в Японии. 6,5% рост по году и по месяцу снижение на 3,6%. Сезонное снижение, конечно, очень негативно, но вот мы с вами видим, что по году рост достаточно приличный. Правда, использование производственных мощностей сократилось на 4,1%. Это как раз, вот, видимо, и обусловлено сезонным снижением, таким фактором. Плюс цены на нефть снижались. Здесь тоже наверняка заложен определенный, есть своя связь определенная. Далее была большая пауза у нас с вами в блоке новостей, и в 12.00 вышел торговый баланс по еврозоне. Нужно сказать, что он профицитный, хороший, причем он даже, посмотрите, улучшился по отношению к предыдущему периоду, просто он оказался хуже, чем ожидали. Ждали 20,3 миллиарда евро, ну а по факту вышел 19,7 миллиардов, это против 19,6. Далее, опять же, была серьезная пауза, и в 15.30 у нас по штатам выходят как раз текущие новости, о которых я говорил. Розничная контрольная группа показала снижение на 1,1%, продажи без учета автомобилей по месяцу снижение 0,2%, при том, что ждали роста. Продажи розничные по месяцу снизились на 0,2%, ждали роста на 1, то есть достаточно серьезное расхождение. Индекс потребительских цен по году 1,6, это при том, что ждали 1,7, а до этого был 1,9, то есть здесь тоже расхождение серьезное. Индекс потребительских цен стержневой, вот он единственный остался без изменений, совпал с прогнозом, а дальше опять же все у нас в минусе. По месяцу стержневой индекс рост всего 0,1 без изменений, но ждали, что будет небольшой рост этого показателя. С учетом сезонных колебаний базовый индекс потребительских цен в абсолютном выражении тоже не оправдал ожидания. 251,33 предыдущих значений, ждали 251,71, а вышел 63. То есть вот 253 я оставляю за скобками, да, вот здесь 33, 71 и 63. По месяцу тоже самое. Показатель не дотянул до прогнозных значений. Ну и по месяцу индекс потребительских цен показал нейтральную динамику, при том, что ждали роста на 0,1. Ну и нужно сказать, что американский доллар достаточно бурно на это дело отреагировал. Выросла вся корзина мировых валют по отношению к американскому доллару, поскольку те опасения, о которых говорили представители Федеральной резервной системы, они как раз оправдались. И мы с вами видим, что участники рынка мгновенно на это начали реагировать. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции, пожалуйста, отреагируйте. Если есть какие-то вопросы, напишите коротенькое слово «Есть». Я сделаю паузу, подожду, пока вы свой вопрос напечатаете, постараюсь на ваш вопрос ответить. Если же вопросов нет, поставьте плюсик. Но, забегая вперед, могу сказать, что с практической точки зрения сегодняшний обзор совершенно не имеет никакого смысла. Его интересно смотреть только с академической точки зрения, то есть чисто из академического интереса. Другой вопрос, что у нас, скорее всего, будет очень большая пауза с вами, но об этом чуть позже я в конце об этом скажу. Вот поэтому сегодня можно было подвести какие-то такие серьезные итоги, что, возможно, мы с вами и сделаем, если у вас не будет вопросов. Итак, вопросов нет, идем дальше. Ну, посмотрим, что сегодня еще будет, значит, в 16.15 использовано производственных мощностей, это буквально вот
через 3 минутки выходят эти данные, 3-4 минуты ожидается небольшой рост. Посмотрим, что будет реально. Промпроизводство ожидает рост на 0,3%. Сегодня будет выступать Каплан. Вот такие новости. Итак, мы с вами смотрим. МТ-4, цены на нефть. Небольшой рост, пересечение произошло. То есть сначала вверх, вниз, опять вверх. Ну, это говорит, что на рынке сейчас достаточно такая неустойчивая ситуация, достаточно нервная. Пока что цены на нефть не получили поддержки со стороны участников рынка. Активно никто не покупает, но и продаж пока активных тоже нет. Это марки Brent на нефти WTI, картиночка та же самая, очень похожая. То есть здесь налицо такое некое боковое движение. Индекс американского доллара, вот на тех данных по инфляции, которые вышли в 15.30, до этого он торговался достаточно ровненько. Вот вчера мы с вами разбирали ситуацию, да, и сегодня достаточно резкое снижение индекса. Он подошел к нижней границе своего ценового канала, тренд нисходящий, очередная фаза снижения, в активной фазе, в фазе донышка сейчас находится. Линия баланса смотрит вниз. Значение баланса 96.30, текущее значение индекса 95.30. А вот теперь давайте-ка посмотрим это вот в такой перспективе. То есть вот мы с вами наблюдаем индекс доллара с линией баланса за 10 лет. Это среднее значение индекса, десятилетнее, вот это вот 120. Периодное скользящее среднее. И если вы помните, мы с вами говорили, да, что когда цены далеко отрываются от линии баланса, они затем имеют тенденцию возвращаться к этой линии, чтобы разрядиться. Ну и поскольку вот уже очень давно индекс не находился на линии баланса и сильно оторвался от нее, вот мы с вами как раз наблюдаем, сейчас они идут навстречу друг другу. Во всяком случае, нисходящий тренд у нас здесь с вами сохраняется. Это был индекс американского доллара. Теперь посмотрим шестерку мажорных валютных пар, которые этот самый индекс составляет, и начинаем с пары евро-доллар. Что у нас здесь с вами? С точки зрения трендовой торговой системы, здесь нисходящий тренд в фазе, восходящий в фазе отката, здесь вообще нисходящий тренд, то есть по трендовой торговой системе у нас сегодня нейтральная состояние. По диапазону у нас сегодня день продаж, но пятница, торговать смысла не имеет. Вот покажу боковичок, который у нас здесь с вами есть. Он очень хорошо виден на weekly таймфрейме. Вот он. Цены пока что не покинули боковик. Причем, посмотрите, у нас было две попытки в течение этих 2,5 лет, которые мы с вами наблюдаем. Да? Поэтому не торопитесь, даже если цены на какое-то время покинут этот боковичок, не старайтесь мгновенно сразу удалить этот прямоугольничек. Оставьте-ка его пока на какое-то время. Нужно, чтобы цены хорошо там закрепились, и после этого можно будет уже рассматривать движение. Но не забывайте, что есть такой классический момент, что если цены пробивают какой-то уровень, то они, как правило, прежде чем двинуться дальше, вернутся к этому уровню, подтвердят, и уже потом, как правило, да, я не говорю, что это на 100% бывает, но могут вернуться, подтвердить и потом двинуться дальше. Вот. Ну а с точки зрения диапазонной торговой системы, не забывайте, да, что продажи у нас, когда цены находятся в верхней трети, это с точки зрения диапазона, и есть сигнал осциллятора в продажу. Ну а покупки наоборот, когда цены находятся в нижней трети, и есть сигналы в покупку. Вот это самые благоприятные моменты, чтобы открываться в торговом диапазоне. Итак, это был евро-доллар. Теперь смотрим британский фунт, что у нас здесь. Тренд восходящий в фазе импульса, здесь нисходящий тренд, поэтому с точки зрения трендовой торговой системы у нас по фунту неопределенность. Кстати, давайте-ка еще вернемся по евробаксу назад и вот посмотрим тоже здесь месячный график. Вот, в принципе, да, относительно средней цены за 10 лет у нас евро тоже, это как зеркально перевернутый индекс американского доллара, да, он настроен к тому, чтобы приблизиться к линии своего баланса.
Это вот что касается европейской валюты. Теперь вернусь назад и теперь посмотрим британца, что у нас с этой точки зрения. Итак, здесь мы с вами на дневном таймфрейме не торгуем, отрисовали вот такие вот тоненькие пока что для себя линии. На недельном графике здесь нет такого ярко выраженного боковика, как был по евробаксу, но зато посмотрите, что здесь произошло. Цены, вот та поддержка у нас, вот сопротивление, которое было, пробили, вернулись, подтвердили, и вот теперь они, оттолкнувшись от этих линий, которые у нас здесь с вами были, как раз идет движение вверх. Вот, ну и если посмотреть, опять же, это на недельном таймфрейме, здесь тоже средняя цена за 10 лет, и вот британец-то он как раз достаточно сильно отрывался, и по моему мнению, он больше других валют имеет некий такой ресурс, не исчерпанный еще, да, далеко не исчерпанный до конца, для того, чтобы пойти навстречу к своей линии баланса десятилетней. Итак, это был британский фунт. Австралийский доллар активно растет, тренд восходящий в фазе импульса, то же самое подтверждает индикатор ОСМА. У нас день покупок, но сегодня пятница, и торговать смысла не имеет. Теперь рассмотрим. Вот у нас weekly time frame, тоже несколько раз он делал попытки покинуть боковичок, поэтому прежде чем сделать вывод, что он, да, действительно отсюда вырвался, подождите классического правила, я думаю, это не будет лишним, да? Что цены пробили, должны вернуться, подтвердить этот уровень. Возможно, это будет вот та цель, которую мы в свое время определяли для себя, 0,7745, где-то вот в районе этого, да, у нас и будет возврат с подтверждением. Возможно, опять же, вы поймите меня правильно, да, я не говорю, что это обязательно будет, нет. Это один из возможных вариантов. Во всяком случае, при классическом развитии сценария именно так, как правило, происходит. Ну и опять же, если посмотреть с точки зрения цены относительно десятилетней линии равновесия, то австралиец достаточно близко уже к этой линии, и он к этому моменту не так сильно оторван, как другие валютные пары. Японская иена. Падает американский доллар, укрепляется японская иена, что не очень хорошо ни для Банка Японии, ни для экономики ее в целом, японской имеется в виду. Здесь восходящий тренд, здесь нисходящий. День не торговый. Теперь на weekly таймфрейме здесь нет никаких боковых движений. Иена движется самостоятельно. Восток — дело тонкое. Как кошка гуляет сама по себе, точно так же движется японская иена. Если брать текущее состояние рынка относительно линии баланса за 10 лет, то цены после того, как отрывались, посмотрите, они уже разрядились. Поэтому здесь привязанность к этой линии уже не так сильна, как у других валютных пар. То есть сейчас японская иена к линии баланса, наверное, относится очень так скептически, я бы сказал. Но это с моей очень субъективной точки зрения, конечно же. Швейцарский франк, что у нас здесь с вами? Тренд нисходящий, тренд восходящий, трендовые индикаторы друг другу противоречат. На weekly таймфрейме пусть не такой ярко выраженный, как по евробаксу, боковик, но все-таки что-то такое некое подобие есть. И вот франк все время меняет. У него то вот такой был боковичок вот между этими двумя линиями, потом он наверх отрывался. Сейчас опять же здесь находится, причем он оттолкнулся от этой линии, вот, которая у нас с вами отрисована. Когда-то это была валюта-убежище, теперь она перестала быть таковой. Франк уже так не рассматривают. Но банки швейцарские пока что не потеряли своего статуса. Очень сбалансирован относительно цен за 10 лет. Чувствует себя швейцарский франк. Вот он как раз абсолютно сейчас не привязан к линии равновесия, поэтому у него огромный ресурс движения в обе стороны. Он абсолютно без привязки к линии равновесия, да, все, он разрядился, более того, он уже устал на ней находиться. Поэтому с этой точки зрения, вот у этой валюты для того, чтобы убежать от линии баланса, самый большой потенциал.
канадец, нефтезависимая валюта, но вот здесь, несмотря на то, что цены на нефть снижались, укрепление после того, как Банк Канады принял решение повысить процентные ставки, ужесточает свою монетарную политику, мы видим укрепление канадского доллара по отношению к американскому. Тренд нисходящей фазе импульса, то же самое подтверждает ОСМА, диверочков никаких нет. На weekly таймфрейме у нас нет никаких боковых движений, если здесь какие-то линии мы отрисовывали трендовые, то здесь все давно пробито, ну и сейчас цена приближается вот к той цели, которая у нас здесь с вами отрисована, 1.2655. Вот, если же брать, оценивать канадца с точки зрения линии равновесия, насколько он сбалансирован, то он уже после того, как сильно отрывался от этой линии, вот смотрите, максимум был здесь, да, после этого был сильный-сильный разворот движения в эту сторону, резинка, которая была очень сильно растянута, в общем-то, сократилась, затем была такая вторая волна, и сейчас вот этот магнит, он уже действует не так сильно, как это было вот в таких экстремальных точках, когда цена сильно отрывается от линии баланса. Он прям как из пушки движется к своей линии равновесия. Сейчас это тяготение уже не так сильно. Итак, это было. Был канадский доллар. Смотрим последний финансовый инструмент. Это золото. Цены идут вверх, но я не думаю, что даже если у нас будет еще одна свечка, что не произойдет этого пересечения. Скорее всего, фильтры пересекутся, и в этом случае можно будет говорить о нисходящем движении. Поэтому каждый раз, когда, если продажи, смотрите, чтобы индикатор находился в зоне перекупленности наверху, и тогда продаем. Если фильтры смотрят вверх, значит, наоборот, ждете, чтобы индикатор уходил в зону перепроданности, и оттуда при наличии консолидации на часовике открываете свои позиции в покупку. Что же касается цены на золото относительно линии равновесия, то золото достаточно равновесно сейчас себя ощущает. Опять же, нахождение вблизи линии баланса позволило разрядиться энергии, которая была накоплена вот здесь. Теперь энергию набирают, да, вот разрядка произошла, то есть все напряжение, которое было, они сняли, теперь отдыхают. Вот. И когда находится у линии равновесия, чем больше находится инструмент вблизи этой линии, тем больше потом можно ждать какого-то движения, причем абсолютно в обе стороны. Вот примерно такая у нас с вами картиночка. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции, пожалуйста, отреагируйте. Итак, жду ваших реакций. Итак, вопросов нет. Это, конечно же, не может не радовать. А, крокодил еще? Ну, давайте быстренько крокодила посмотрим. Евробакс. Пасть открыта вверх. Произошел выстрел. Вверх. Британец. Пасть открыта вверх. Австралиец. Пасть открыта вверх. Японец. Резкий переворот вниз, швейцарский франк, наверняка та же самая картиночка после открытой пасти. Канадец, цены в пасти аллигатора. Посмотрим, есть ли здесь опорная точка. Нет, опорных точек нет. Вот этот максимум находится внутри пасти аллигатора. Вот, хотя сама ситуация была здесь достаточно привлекательной. 27 пипсов – это не так уж много. Но в этом случае вы уже должны были быть в рынке по первому измерению. Вот картинка по новозеландскому доллару. Конечно же, здесь уже начинать торговать нельзя. У Алексея есть вопрос. Алексей, давайте ваш вопрос.
Алексей, жду вашего вопроса. Вижу, три буковки есть, а самого вопроса пока что не вижу. Вернее, не три буковки, три слова. Три раза подряд. Есть, есть и еще раз есть. Где объясняется, почему на золоте именно такие скользящие? Да, абсолютно нигде не объясняется, Алексей. Это просто мое эмпирическое наблюдение, что вот это достаточно неплохо работает. Никаких объяснений абсолютно вы нигде не найдете. И это чисто моя наработочка. Все, похоже, вопросов нет. Ну что ж, я благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательными, осторожными. Берегите себя. Я еще раз нас всех с вами поздравляю. Сегодня пятница. Ну и если вы внимательно следили за расписанием, то наверняка увидели, что в расписании больше вы не увидите обзоров среднесрочный анализ, который выходит в 16 часов. Я не говорю вам прощайте, я говорю вам до свидания и надеюсь, что через какое-то время, возможно, мы с вами встретимся, но, возможно, это будет уже немножко в ином качестве. Итак, удачи всем, всего доброго!